Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она вела множество популярных передач, а теперь является ведущей шоу «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Телеведущая не скрывает, что любит свою работу, но порой и очень утомляется. В своем микроблоге Лера разместила ролик, на котором прогуливается по парку. Примечательно, ее постоянно преследовал дрон. Поклонники не часто видят звезду вне работы. Многие отметили, что она выглядит очень молодо в молодежном стиле. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.